Снова мы водили его Роше, с ним его мамзу, помады, тени. Всю косметику можно попробовать. Я себе сегодня купила карандаш. Я его даже попробовала, сначала нанесла себе. Сейчас покажу вам. Смотрите, вот так вот он выдвигается. Это для бровей карандаш. Для бровей выдвигается. Не толкай меня. Я себе взяла вот эту. Попробовала, очень понравилось. Тени. Хотела тени себе купить. Вот эти мне очень нравятся. Нет в наличии. Тени очень стойкие, рекомендую, хорошие. Не осыпаются, ни отпечаток не дают. Новый аромат появился и выше. Мужской. Но хочу похвалить, расхвалить вот эту водичку. Вот этот аромат. Шикарный очень. Он такой ненадоедливый, еще не приелся, очень нежный, такой держится хорошо. Классная водичка, рекомендую. Покажу вам сейчас свои парфюмы и Роше, которыми я пользуюсь. Вот такая водичка, туалетная Натюрель. Вот он, пробник. Вот она почти целая у меня еще. Что хочу сказать, она больше на лето, на осень, эта водичка. Но зимой, в принципе, тоже можно. Вот эта водичка, летний вариант. Она очень нежная, такая нежная и нежная. Все парфюмы и Роше очень хорошо держатся. Стойкий аромат. Вот такой аромат. Этот сладкий аромат. Так, это не Роше, это какая-то у меня другая водичка. Давно покупала. Уже давно я ее не пользовалась. Так. Вот это вот Роше парфюм. Мой один из самых любимых. Очень стойкий, но зимний, осенний вариант. Летом такой не попользуешься. Хочу похвалить, расхвалить вот эту водичку туалетную. Парфюм. Вот это. Он дороже, чем и в Роше стоит. Но она дорогая, вот эта туалетная вода. Но они очень классные, очень стойкие. Вообще классные. Рекомендую. Очень-очень стойкий аромат. Он мне... Вот эту я уже покупаю вторую. Одну я уже выбрызгала, использовала. Вот этот у меня уже вторую. Дальше. Вот это мне в подарок приходили. Вот эти пробнички. Все это в подарок приходило. Вот такая туалетная водичка. Летний вариант. Нежный такой. Нежный. Тоже мне нравится. Вот это тоже я уже вторую вот эту покупала. А вот эту туалетную водичку, я их сразу три покупала. Вот эту и вот эту. Вот это тоже она хорошая. Она очень стойкий такой тоже. Аромат хороший. Мэри Ми. Тоже рекомендую. Вот. Но из Роше хочу сказать, что из Роше, которые я ароматы все перепробовала, мне вот это больше всех нравится. Вот коробочку сейчас покажу. Но я уже ее показывала в обзорах. У меня создан плейлист. Кому интересно, посмотрите по косметике. Далее хочу похвалить, расхвалить вот такой дезодорант.
от пота. Дезодорант очень классный. Он продается только в аптеке. Так его не увидишь в продаже, только в аптеке. Я его заказываю, что-то 600 с чем-то рублей он стоит. Но он очень хороший, очень. Вот рекомендую. На лето вообще идеально. Да и просто пользоваться в уходе. Здесь у меня пробники. Вот такое масло я еще использую для волос. Порекомендовала мне девушка. И я не пожалела то, что я его купила. Волосы у кого пушатся очень сильно. Очень хорошо он их это выпрямляет. Классная штука. Нравится. Мне тоже рекомендую. Вот такие парфюмы. Я говорю, самые идеальные и самые любимые для меня это вот эта водичка туалетная. Она мне не надоела, очень обалденный. Дорогой аромат, что хочу сказать. Дорогой очень аромат такой прям шикарный. И вот это вот Ивраше мне нравится. Но в принципе они все неплохие. Вот. Не знаю, когда я это все выбрызгаю. Попутала я коробочки. Так, вот она, вот эта вот водичка. Мэри Ми, вот она, водичка. Вот. И вот такая еще у меня есть. Все это хорошие, такие дорогие ароматы, очень нравятся мне. Вот такая еще тоже. Это не все мои парфюмы, у меня еще есть. Это просто одни из самых любимых. Есть еще, которые я покупала, но я ими не пользуюсь. Их уже я не буду показывать. Вот эти вот парфюмчики мои самые любимые. Вот это последний мой подарочек.